195 долларов. Нет, я не видел случайно. Я подошел к Антону специально. Чего ты с первой женщиной сделал? Ударил ее. Куда? Я по голове в ухо ударил. В ухо ударил. Да. Чем? Рукой? Рукой, да. И что потом? Телефон ее забрал. Дальше. Телефон. Да, и потом еще одна девушка. Телефон что сделал? Сдал в ломбард. Опять встретилась женщина, правильно? Да. Которая что делала? Я ее тоже ударил. Нет, что она делала в этот момент? Шла или что? Шла, с сумкой шла. Твои действия какие? Я ее ударил по голове. Сколько раз? Два раза по голове и два раза ногой я ударил. Куда она ударила? Что, она выронила сумку или она держала ее? Да не выронила, отнял ее сумку, забрал. Ну, она выдернула, ты выдернул, да? Да, по голове я ударил, как они. Дальше что с этой сумкой сделал? Все, выкинул ее. Телефон тут только взял. Выкинул не сразу или где? Да вот выкинул на этом, на мостовой. Колодце. Колодец. А что забрал из сумки? А? Что забрал из сумки? Телефон. Этот телефон куда дел? Дом лежит, вот дом лежит. Изъял, да, его? Да, да.